Новый исследовательский комплекс может работать в любых погодных условиях. В первую очередь оборудование предназначено для районов Сибири и Крайнего Севера. Бурить землю, как много лет назад, имея эту машину, для поиска месторождения нефти и газа не требуется. Платформа опускается и с помощью специальной системы создается мощная вибрация глубиной до 4 километров, сродни землетрясению. На основе данных сейсмических сигналов строятся профили, проводится оценка территории и дальнейшее освоение новых месторождений природных ископаемых. Технические испытания 5 машин разработки 2018 года только что прошли и готовы к отправке из Тверской области для выполнения заданий Росгеологии. В отличие от прошлогодней, эта модель имеет 13 новинок. Здесь применен возбудитель вибрации увеличенной мощности, то есть позволяющий получить более надежность, более лучшие характеристики в области низких частот. Этот шарник позволяет осуществлять поворот движения. И дополнительный шарник имеется вот здесь, вот ось, который позволяет машине перемещаться в осевом направлении. Вес такой машины 32 тонны. Для того, чтобы комплекс смог без труда добраться до места исследования даже по бездорожью, здесь установлены уникальные колеса с высоким протектором. Есть возможность замены шин разных размеров для передвижения по дорогам общего пользования. При создании новой модели «Русича» усовершенствовали и кабину. Ее утеплили, сиденья сделали удобнее и, главное, вырезали люк на случай ЧП. При аварийных ситуациях, чтобы мог оператор виброисточника выбраться через крышу. Вот он открывается, и в принципе его, он так сделан, что можно полностью, значит, выбраться из люка, из этого, из кабины. Теперь в «Русиче» установлены и 2 промышленные камеры видеонаблюдения, которые могут работать при сильном морозе. Одна для безопасности движения этой большой машины задним ходом, другая направлена на источник вибрации внутри комплекса. Большая часть комплектующих отечественного производства. Электронику полностью собирают на заводе в Кимрах. Также имеется электронная модель вибратора, которая позволяет в отсутствии самого вибрационного источника проводить тестирование, наладку, ремонт блоков управления. С разработкой каждой новой модели исследовательского комплекса предприятие в Кимрах выпускает собственных комплектующих все больше. В этом году у нас идет монтаж станков для изготовления рукавов высокого давления. А в такой машине у нас их 108 штук. У нас высокие требования к рукавам высокого давления. И мы уверены, что именно на собственном производстве это качество мы можем себе обеспечить. Эту машину завод планирует представить нефтегазопроизводителям летом на специализированной выставке в Москве. В Кимрах уже приступили к разработке модели следующего года исследовательского комплекса сейсмической разведки, где вместо аналогового установят уже полностью цифровое оборудование. Екатерина Бардеева, Олег Сурин, Вести, Тверь, Кимры.